Добрый вечер всем еще раз. У микрофона друг, это студия Игрокам ТВ. И наша рубрика, которая обещает стать постоянной, как минимум, до главного турнира этого года под названием Retro International. Стараемся разбирать матчи прошлого. Естественно, все это в стрим-форме, но не без каких-то моментов аналитических, которые связаны напрямую с современной дотой. То есть параллели проводим, смотрим, что поменялось, что изменилось в лучшую сторону, что изменилось в худшую, как раньше собирались на игроков, какие стратегии использовали, каких героев пикали. Ну и на данный момент у нас Cloud9 против команды Natus Vincer. Это драка в сетке лазеров за выход хотя бы, не хотя бы, а за выход в шестерку сильнейших. Там Клауда уже должны были, они выиграют этот матч, так приоткрою немножко занавес, могли бы драться дальше, попадать в четверку, ну и попадать в приличные призовые. Хотя и здесь, на данной позиции, кто проигрывает, получает ни много ни мало, получает 500 тысяч долларов. То есть грандиознейшие деньги. Нави почти такую же сумму, как и за гранд-финал против альянсов получили. И за гранд-финал против IG. То есть Нави здесь стабильно. То есть плохо, конечно, что восьмое место, седьмое, восьмое, но при этом стабильно по денежкам. Все для них сформировалось. Денег заработали немало при той игре, которую показывали. Так вообще, по-моему, столько и платить не должны были. Но Valve на тот момент выпустили компендиум, заработали кучу деньжищ, призовой поднялся до 10 миллионов 800 тысяч долларов. Понятное дело, что там и за восьмое место перепасть могло, как бюджет небольшой страны любой команде. Нави забирают опять себе Faceless Fight. В первый раз не зашел, второй раз по факту должен зайти и знаю, что зайдет. Enigma тоже в пике команды Нави. Enigma для Пупея. Пупей не блистал бэкхолами, вот я посмотрел, 13-12 год, Пупей бэкхолами не блистал. Лост блистал так, что аж глаза слепило, а вот Пупей как-то с бэкхолами все мимо да мимо. Ну и команда Na'Vi забирает все-таки себе Энигму, забирает ее, в принципе, Пупей сам себе и пикает. Со стороны команды Cloud9 опять в пике Doom и Shadow Shaman, которого сейчас-то и не часто, в общем-то, можно встретить в современной мете. Но я уже не говорю о Faceless Fight, забыли вообще о нем. Что хотелось бы сказать касательно Faceless Fight и вообще вот этих красных скорпионов, которые так популярны были в 2013 году, и которых Na'Vi брали нон-стоп. Это Герокоптер, это... Ну, Герокоптер сейчас, допустим, берут таких вот милишных убийц, просто чокнутых агильщиков. Faceless Void, Антимаг и Спектра. Лично я, на самом деле, дико тоскую по таким ребятам. Потому что эти ребята действительно переломные, и эти ребята могли любую игру за уши вытащить. А когда у тебя в пике Джаггер, например, или Тролль Варлорд, не факт, если тебя загнобили, что ты хотя бы что-то сделаешь. Фантом Ассасин тоже, скорее всего, можно отнести к данному пику. И как-то сейчас обходятся все без них. Но я думаю, вы наблюдали за европейскими квалификациями 2015 года. Что Европа, что Азия, что Америка. Ну, Лишрак у нас. Лишрак входит в мету доты как мейн керри. Самый популярный, наиболее пикабельный или наоборот забаненный. Кстати, никто его и не банит. Такое ощущение, что команды закрывают глаза и не верят, что и в этот раз кто-то может взять себе Лишрака. Лишрака забирают чуть ли не первыми пиками. Они, команды играют этим Лишраком, используют его исключительно в роли фармящего героя и дальнейший разнос всех и вся. Ну и последнее время Лишрак выигрывает. До этого как-то не заходило. То ли появление Октарин Кора сделало свое дело, то ли руки более-менее стали поровнее. Ну и команда Cloud9 забирает себе Тайдхантера для Bone 7, скорее всего, я думаю. Вполне может быть, а может и нет. Templar Assassin от команды Cloud9 на мидлейн. Ну, со стороны команды Na'Vi Invoker на мидлейн. Invoker, кстати, от Na'Vi тоже сейчас не то чтобы не часто, вообще почти не видно его. Инвокера не видно, и Вайда не видно. Ну, тут просто олдскул дота, хотя, казалось бы, прошло меньше года. И тем не менее, такое поразительное отличие от современной меты.
И темпларка, кстати, все реже и реже появляется. Ну, тут просто странно. 14-й год не похож на 15-й, это 100%. И я для себя все чаще, вот уже к третьему выпуску, делаю вывод, что у нас такое ощущение, что по своей похожести годы делятся на четные и нечетные. 2012 был похож на 14-й. 13-й, в свою очередь, очень сильно мне напомнил как раз отборочной квалификации на International 2015. То есть 13-15, 14-12, вот по таким парам у себя как минимум в голове я сгруппировал эти пики. Не пики, а вообще игру, вообще доту, реализацию, стратегии, сборки. Все примерно, мне кажется, похожим стало. Ну и со стороны команды Na'Vi опять в баню отлетает у нас Visage и отлетает в баню у нас Naga Siren. Все та самая Naga, все с тем же Радиком. Виномансер от команды Natus Vincer. Виномансер, скорее всего, для Куроки. Инвокер, скорее всего, для Дэнди. Хвост заберет себе Faceless White Die. Enigma будет играть у нас... На Enigma будет играть Пупей. Ну и Фаник у кого-то в сложную, как я понимаю. Или может все-таки Фаник заберет у нас White Die. Будет пикнут еще один керри. Тут я уже, извините, запамятовал. Но тут все-то и не запомнишь. Да и освежать как-то... Не хотелось, чтобы хоть какая-то новизна присутствовала, да и для самого себя это в первую очередь полезно. Получится ли здесь читать, не получится ли здесь читать, тут такое. Команда Cloud9 полторы минуты еще имеет для того, чтобы забанить одного из героев, ну и здесь вариантов на самом деле тьма тьмущая. Вайда на тот момент уже пикали в сложную, и Вайда, соответственно, держали еще и в роли керри. Хвост показал в прошлой игре, что может играть как керри Вайдом. Не самым полезным образом, но может. Ну и команда Cloud9 забанила у нас оффлейнера, забанила Фуриона. Значит, Вайда они не видят сложной. Ну, посмотрим, что тут будет с Na'Vi. И обратите внимание на Na'Vi, какого-то точечного стана как не было, так и нет на данный момент. Тут опять же рука Габлака коснулась всю эту ерунду. Да, это стало, в общем-то, каким-то неким мемом. Что пикаем героев без стана, потом обвиняем во всем Габлака, но ведь это в этот мем не на ровном месте появился. Действительно, пики Габлака без станов во многом приводили, ну, к абсолютно неразберихе. И отсутствие контроля в самом файте, это все невероятно важно. Я помню, как начиналось все на моем пути доты командной. Даже на каком-то самом низком уровне, примерно на котором я и закончил играть, и больше перешел на пабы, а в профессиональном уровне больше перешел на просмотры настоящих профессиональных команд. Так вот, тогда уже самые простяцкие капитаны, самых простяцких команд, в которых мне приходилось принимать участие, криком кричали, что у нас нет стана. Ребята, у нас нет стана. Надо брать то-то, то-то и то-то. У нас нет стана. Если не брали стан, то просто палками можно было забить такого кэпа. А тут на топ-уровне, когда речь идет о сотнях тысяч долларов, не иметь стана в команде, согласитесь, это, конечно, нелепо. Может, это были не деньги Габлака, и он не грустил особенно, что... распоряжаться не пришлось ими. Ну, потеряли и потеряли. Но, с другой стороны, смотрелось это немного странно. Na'Vi, я смотрел аналитику, и не только аналитику, но и вообще все высказывания в прессе касательно выступлений Na'Vi на TI4. Вот. Речи было только о отсутствии станов от Габлака. Ну, это не лишено действительно смысла. Даже маломальские издания это примерно понимали, потому что, понятное дело, что пишут люди, которые в доту хотя бы чуть-чуть поиграли. Что да как случилось, почему эта комба не зашла, я думаю, почему точнее вот такая практика отсутствия станов не зашла, я думаю, всем понятно. И она не зашла не только потому, что реализация была не очень. Габлак потом брал и для себя лично, будучи капитаном Na'Vi, там не то, что не зашло, там страшно смотреть, и в истории команды Na'Vi две черные полосы могут где-то закрывать вообще весь этот вопрос, весь этот этап в истории Na'Vi. Смотрелось все несчастно, и во многом, наверное, этому не приглашение Na'Vi на International обязано. 17 секунд остается у команды Na'Vi, сейчас глянем, кто да куда пойдет. Пока что вариантов я вижу уйму. Если будет пикнут керри, то, скорее всего, Void может отправиться в сложную. Если не будет у нас керри, то... Вич-доктор. Вот теперь Вич-доктор под Вайда. Теперь понятно. Теперь хвост играет на Вайде, Пупей забирает себе Энигму. Дэнди будет играть на Инвокере. Фаник веником отправляется в сложную. И Вич-доктор
будет у нас от Кура со стороны команды Cloud9. Синг-синг. Со стороны команды Cloud9 Синг-синг забирает себе Templar Assassin на мидлейн. Бун 7, скорее всего, я думаю, на Тайтхантере пойдет сложную. Или все-таки. Ну, да, Eternal Envy забирает себе Дума, а у E2000 берет себе Че на Тайтхантер, значит, для Бун 7. И Синг-синг на Templar Assassin отправляется в мидлейн. Ну и Shadow Shaman саппортит. Тут, собственно, выдумывать нечего. Ну, интересно по расстановке лайнов посмотреть, кто куда кого отправит, чтобы примерно вспомнить. Я помню, что Фанни, конечно, на сложной линии чудеса творил Веномансером. Отстоял на 5 с плюсом. И это 5 с плюсом, собственно, победу команде Na'Vi в этом раунде, да и принесло. Ну... Угу. Na'Vi вчетвером отправляются в собственный лес. Будут на руне у нас тусить. Кстати, руны на тот момент, по-моему, появлялись только с одного фланга. Это не были баунти-руны, если я не ошибаюсь. Сейчас глянем, посмотрим. Потому что в 2013 году их не было. Баунти-рун, в принципе, их не было по обеим сторонам карты. В 2012 вообще знать об этом не знали. Кто-то мог на начальном этапе забрать себе, например, иллюзии или... забрать себе регенерейшн и стоять как идиот, регенерироваться, будучи полным. Хвост на Faceless Wide. Кстати, танго еще пробустили хвоста. Неужели хвост отправится у нас в мидлейн? Или все-таки триплу отправит команда Na'Vi на сложную линию? Пупе уже здесь, и Фаник здесь, да и все здесь. И хвост у нас просто вардит слоу-граунда. Пайлайдай здесь, у Пайлайдая нет. Сентряков Пайлайдай здесь ничего не... задевартит. Но инфу, я думаю, он получил что да как. Да, конечно, получил. Попинговали уже игроки команды Cloud9, поняли, что спот заблочен, и хвост тому виной. Хвост, скорее всего, отправится у нас на сложную линию. Будет стоять в трипле или хотя бы в дабле. Пупейный Энигме отправится в лес, и Куро... Нет, Куро у нас отправляется в легкую линию. Вот тоже такая история... Не часто такое наблюдаешь. Дэнди в паре с Куро отправляется у нас вниз... Отправляется вниз. Дэнди на инвокере будет фармить нижний лайн. На мидлейне будет стоять Фаник от Веномансера. Все правильно. Фаник будет жечь на Веномансере в мидлейне против Синг-Синга. Ну и тут, собственно, я думаю, все понятно. Потому что Poison Sting с Синг-Сингом делает не самые приятные вещи. Poison Sting и варды от Фаника. Тут вообще можно будет с мидлейна, кстати, не переключаться. Только... за этим и следить. Варды от Фаника чудеса просто сотворят с мидлейнером команды Cloud9. Тут игра чуть ли не в одни ворота будет идти. Хвост стал получать экспу на сложной линии. Пайлайдай без экспы у нас хвоста в принципе оставляет. И иллюзии здесь настреливают по хвосту. И при этом еще и Пайлайдай через Эзершок от хвоста мало чего приятного оставляет. Фаник идет через Плагвард и идет через Poison Sting. Ему ни к чему здесь Venom's Gale. Если будет прокачан, то только в один. Он будет заниматься фармом мидлейна. Почему сейчас, кстати, скажите мне, пожалуйста, веники не идут в мидлейн? Или почему веники вообще не пикаются в принципе? А если пикаются, то только под какую-то супер ауе комбу. Ведь великолепно стоит этот герой. И ситуативно тоже великолепно стоит. Стоять против какого-то мидлейнера типа Магнуса тоже мог бы на 5 с плюсом. И против Templar Assassin тоже Веномансер стоит. Ну, понятное дело, что чуть ли не лучший вообще герой против Templar. Ну и Синг-Синг моментально просто теряет рефракшн свой. После этого варды еще и настреливают по Сингу. И Фаник тут благодаря вардам, благодаря пассивке своей Синг-Синга просто уничтожает. Смотрите, что происходит с рефракшном Синг-Синга. Дэмэджа много, а вот дефа никакого вообще у Синга не имеется. Ну и приходится тратить ману, приходится обузить курьера, оставлять без курьера свою тиму. Да. Тут, конечно, Na'Vi принимают 100% верное решение. Дэнди, в свою очередь, у нас на инвокере, инвокере Экзортовом. Наверное, Дэнди единственный, кому я могу простить пик Экзортового инвокера, потому что играет
на 5 с плюсом данный герой. Ну и курьер Radiant'ов у нас разваливается, а у E2000 в это время забирает у нас на мидлейне Веномансер. Кстати, можем, по-моему, это... Да, мы можем это посмотреть, давайте это смотреть. Bone 7 выходит у нас на Фаника. Выходит на Фаника, так, Фаника у нас... Секундочку. Вернем. Да, Bone 7 выходит у нас на Фаника. Также подойдет сюда сейчас еще я у 2000 с троллем. Bone 7 пока не палится. Фанику кажется, что он контролирует ситуацию. Синга мог бы, в принципе, самостоятельно развалить без вопросов. В итоге забирают курьера, забирают Фаника, бросают его в сетку, и Фаника расковыряли просто на куски. Три героя, минус один делают на мидлейне. Cloud9 повели по голде 500, по экспириенсу. Вообще не пойми сколько, но в пользу команды... Нет, теперь в пользу команды Cloud9. Ну и по голде Клауда ведут уже 1400. Вроде бы комба с Фаником хорошая и решающая. Такая комба, которая может у нас Синга наказать без вопросов. Вот, но на стартовых этапах видим, что не так что-то пошло у команды Na'Vi. В итоге все это, конечно, обернется в пользу для команды Na'Vi. Веник будет только злее, сильнее, и у Синга будут проблемы, причем проблемы такого порядка, которые не вывозятся в принципе. Дэнди оставили абсолютно в соло фармить линию только сейчас. Прилетает сюда Bone 7. У него один крип убит и один ассист. Куроки вместе с инвокером. Класс экзортовским Bone 7 должны, в принципе, расковыривать без вопросов. Вайда отправляют вниз под собственный фонтан. У Вайда проблемы огромнейшие. Хвост идет со счетом 5-1. Шадо Шаман в это время отдается у нас нейтралом в лесу, чтобы долго не бегать. Это вот здесь случилось. Настакал, купил, что необходимо, и ушел у нас спокойненько. Ушел у нас спокойненько хилиться и бежать на базу. У Пайлода уже есть тапок, у него есть портал, и у него есть танго. Ну и что Фаник? Фаник на мидлейне с крипстатом 20 на 0. У Фаника четвертый на карте Net Wars. Фаник против Синг-Синга начинает файтиться здесь в соло. Так, конечно, не подраться. И начало от Фаника не самое приятное. Здесь пришел вовремя Дэнди. Синга будут пытаться убить. Колдснэп пошел у нас в Синга. Дэнди разбивает руну. Синг остается без нее. Синг остается с пустым батлом. Фаник у нас в итоге отдается нейтралом, по-моему, вот здесь. Да, так и было. Фаник вот здесь у нас отдается нейтралом. Ну, разменялись вот такими вот мувами игроки обеих команд. Оба героя поотдавались нейтралом. Счет по факту 1-1. У хвоста четвертый с копейками левел. В общем-то, не так-то много, потому что хвост, по идее, должен выфармливать больше, чем мидлейнер, больше, чем герой вот такого порядка, как Дэнди. А по факту хвост у нас насложный, но это было время экспериментов для команды Na'Vi, и некоторые из них работали. Вот, в частности, в этой игре сработает. А у E2000 вместе с Кентавром, вместе с Троллем готовы выйти у нас на хвоста. Хвоста ловят сетку, на хвоста пытаются топать, и хвост через таймволк просто отсюда улетает. Команда Cloud9 в лице Eternal Envy, Pylaida и AOE 2000 выходит у нас просто на тавер на топ-лейне и будет его забирать. Кстати, 5,5 минут всего сыграно, а идет время очень долго. Такое ощущение, что играет команда уже 500 лет. Но тут просто все эти изменения, все нестандартные ходы от команды Na'Vi, они заставляют максимальное внимание приковывать к каждой из линий, потому что происходит что-то необычное. Не хочется такое, в принципе, пропускать мимо глаз. Ну и я максимально стараюсь это делать. А почему веник сейчас не пикается? По сути, веника самого по себе не резали. Веника не резали, герой хлипкий. Герой может дать рассказ, умереть. Это вот основная его функция. Но через плаг варды мидлейн Веномансер, я считаю, что слабее так точно не стал. Может стоять без проблем. Может стоять против, наверное, чуть ли не любого героя. Согласитесь, что поставить Веномансера против Драгонайта, если более-менее сейвово будет играть веник через варды, не подходить близко, ну, наверное, было бы совсем неплохо. Просто Драгонайта можно было бы изуродовать через пассивку и через сами эти варды, которые эту пассивку сами по себе не несут. Ну и против любого милишника
тоже данная комбинация, мне кажется, более-менее серьезной. Если мы берем Драгонайта, то чем фармит Драгонайт на мидлейне? Он фармит своим Брисфайром. Чем фармит у нас Магнус, тоже милишный мидлейнер, который чаще всего у нас из милишников появляется на миде. Он фармит через Шоквейв. Тоже, собственно, Плагвард плевать хотели абсолютно на этот Шоквейв и плюют. Видите, и сейчас, и на Шоквейв точно такой же комбинации плевали бы. Ну и тем не менее не ставят. Вот одна из историй, которая осталась в 2004-м, и сейчас ее не видно. Хвост рассыпается от Думан, в котором играет Eternal Land. Хвост разваливается, счет становится 2-3. 7,5 минут. Команда Na'Vi по голде проигрывает больше 3. По экспириенсу 250 тоже в пользу команды... В пользу команды Cloud9. И перемещается Na'Vi на мидлейн. Хвост уже здесь. У хвоста есть хроносфера. Где там Дезвард? Дезвард там не пахнет. Еще у Кура всего лишь 5-й левел. Санстрайк пошел у нас от Дэнди. Бонсевена здесь убивают. Нет, Бонсевен у нас под хилом от Чена. И за Бонсевеном еще придется гоняться. И Na'Vi будет долго за ним еще гоняться. Бонсевена просто не могут расковырять. Он живет невероятно долго. Но здесь, если бы не Midnight Pulse от Пупея, непонятно, чем вообще расковыривать было бы Тайтхантера. В итоге Na'Vi делают минус 2. Они забирают тавер на мидлейне. И можно двигаться дальше. По итогу этого файта мы никогда не узнаем, сколько Na'Vi заработали. Но что они что-то отыграли, это в принципе факт. Пупей. 7-й левел. У Пупея уже есть баклер. У него есть хедресс. И мека не за горами. У Фаника. Na'Vi на мансере. 1800 по голде на руках. Так, Дэнди у нас цепляет Бонсевена через Cold Snap. Наваливает по Бонсевену. Хвост прыгает у нас за Бонсевеном. Тайтхантера лучше оставить в покое. И сюда уже пошла ТПшка. Midnight Pulse под ноги от Пупея. Дэнди будут, скорее всего, забирать. Синк у нас в итоге отправляет вместе с Shadow Shaman Дэнди в таверну. Счет становится 4-4. Пошел Doom на хвоста Eternal Envy. По достаточно высоким мувспидам. Тем более под подожженной землей здесь хвоста просто разрывают на куски. Счет 5-4 в пользу команды Бонсевен и ответка от команды Na'Vi. Eternal Envy под вином гелем. Фаник наконец-то вкачал в один данный скилл. Цепляет у нас Eternal Envy и на лоу хп вся команда Cloud9. Здесь бы касочки залетели бы от Кура, было бы просто великолепно. Или, например, так, и Sunstrike у нас от Инвокера попадает по Shadow Shaman. Одну секундочку. Не тот ли это Sunstrike, который вызывал уйму вообще волнения? Ну, попадает, да. Краем, безусловно, задели. Sunstrike разваливает у нас Shadow Shaman. Тут действительно миллиметр буквально зашел Shadow Shaman, и на него, на одного этот Sunstrike свалился. И такой тяжести, естественно, Shadow Shaman выдержать у нас не мог. Но по старой памяти все, Fight Recap, клацаю. Как будто это 15-й год, и это работает. Хотя, кстати, в 13-м, по-моему, Fight Recap'а не было в принципе, да. Ни 13-й, ни 12-й год Fight Recap не давал посмотреть вообще. Вообще, дота интересная, если посмотреть на лавку, вообще, с позиции человека, живущего в 2015-м. Если посмотреть на лавку с покупками, то все здесь есть. Муншар, Токтарин Кор, Гвардиан Грифс. И смотришь на героев, то есть по долгу службы, по вопросу комментаторства, естественно, приходится комментировать профессиональные матчи, которые эти вот инновации используют, как только они появятся. Sunstrike, кстати, у нас на Ауи 2000, Ауи здесь должны развалить. Ульти у Ауи еще 9 минут не будет, и Black Hole пошел от Пупея. И Дезвард от Куроки. Eternal Envy разваливается, Bond 7. Под Дезвардом Bond 7 расковыряли, Куро просто на фулл. Выкастовал Дезвард, минус 4 уже делает Na'Vi, Синга не будут здесь отпускать. Не должны, по крайней мере, таймволк через 6 секунд, Синг у нас прячется в инвиз. Всем плевать, поставили вард, хвост на лоу хп, пошел под хил по хвосту и Синга все-таки отпустили. Но сам факт, Na'Vi забирают 4 героев команды Cloud9. Этот момент стал переломным, с этого момента все, собственно, и началось. Очень удачно Пупей у нас зашел в драку, спокойненько из-за спины. Дождался, когда здесь кто подойдет поближе, и просто позволил на фул выкастоваться Куроку. Он здесь как главный ассистент сработал, потому что и хвост заработал, фраг некий Дэнди заработал, но при этом Дезвард был вкастован максимально. Урон 90 зарядов.
0.22. Каждые 0.22 секунды 5 ударов в секунду стоит. Сколько этот вард стоит? 8 секунд. Пожалуйста. 90 на 5. 450. 8 секунд. 450 на 8. Ну, очень много. 4000 дэмэджа. Ну, пожалуйста. Ну, вот здесь Куру еще и ауи ловит. Ауи. Последний удар. 16 хп остается у нас у ауи. Ауи отсюда уходит. Ауи не добивает команда Na'Vi. Но здесь уже стало понятно, что Куру просто от команды C9 просто так не отстанет. И надо как-то сейвить, надо как-то контролировать Вич-доктора. Не знаю, Cloud9 смогут ли в итоге его контролировать, получится ли что-то придумать, но судя по результату этого матча, наверное, несколько совсем получилось. Ну и под масс. Чем полезен Веник? Чем он был полезен и полезен сейчас? Ну просто тогда обращали на это внимание, сейчас все реже обращают. Веник полезен, во-первых, на линии благодаря плагвардам, то есть в одиночной линии, а именно соло-мид. Веник может стоять достаточно уверенно, без опасности где-то встрять, потому что решают все плагварды. То есть немного совсем подфиживать своих соперников за счет этих вардов и при этом находиться в абсолютной безопасности касательно того, что кто-то вам подойдет близко. Потому что с хайграунда Веник может просто не спускаться. Eternal Envy. На лоу хп Eternal Envy здесь выживает, скорее всего. У Eternal Envy снижается количество хп, но при этом Eternal Envy может позволить себе жить. Ну и Дума отправляет у нас на базу Чен уже после того, как Дум сам отправился на базу. В итоге Na'Vi теряют хвоста и не забирают никого в принципе. Фаник тоже остается живым. После ульты Фаника сильно здесь еще и Чен пострадал. Ну, от хила Чена пошел. Чен, в общем-то, теперь в нормальном абсолютном состоянии. Так вот, Веномансер, он не только на линии стоит. Хорошо и безопасно благодаря плагвардам. Но и в файте тоже, в масс-файте, может за счет аганима внести невероятное количество дэмэджа. Под такие комбинации, как Вич-доктор, тем более Вич-доктор с аганимом, под Блэк-Холл от Пупея, под, естественно, Poison новую от Веномансера, ну кто это может пережить, я не представляю. Еще есть, еще раз напомню, Faceless Void, который с руки в хроносфере наваливает. И есть инвокер, который кирпичом туда же в хроносферу может запульнуть вообще без вопросов. 14 минут 20 секунд появляется дагер для Templar Assassin. Na'Vi в это время подпушивают Т2 и тавер этот забирают. Хвост опять ловит у нас Doom. Хвоста, скорее всего, здесь и оставят. Хвост на лоу хп. Выхиливает его Пупей. Хвост потихонечку, но уходит. Отсюда еще один дезвард от Куроку. Нашли, как с ним справиться. Пайлайдай в Хекс у нас отправляет Кура. Хвост на лоу хп. Пупей не может засейвить своего тиммейта. Синсинга бы по-хорошему в Блэк Холл здесь поймать вместе с Пайлайдаем. Развернулся бы хвост, нормально навалял. У него было Джордж здесь. Можно было бы отхилиться достаточно неплохо. По крайней мере, Пайлайдай забрать. Хвост у нас в итоге разменивает Пупея на пустое место, но развели при этом Пайлайдая на варды. Варды первого левела. У инвокера появляются некрономиконы. Дэнди через, в принципе, через Cold Snap при наличии некрономиконов, ну, дэмэджа в одного героя вносит достаточно много, так что в принципе, все это было тогда, и да и сейчас, если бы Na'Vi примерно так собирались, было бы все это оправдано. Вот еще один выход на Роху. На этот раз Cloud9 занимает позицию на Рошане, а Na'Vi так просто подходят понюхать, чем пахнет Рошан, ну и будут пытаться здесь Роху этого отжать у команды Cloud9. Есть уже Black Hole, есть Midnight Pulse, все необходимое у инвокера тоже имеется. Дезвард через 5 секунд будет от Witch Doctor. Ну это, по-моему, в данной ситуации Na'Vi слоу-граунда натворят невероятных вещей с командой Cloud9. По-моему, точно не помню. Дэнди, хвост Пупей на мидлейне. Кура здесь, Фанник тоже здесь. У всех есть ульты, у Веника есть аганим как раз под этот ульт. У Кура, конечно, не будет еще аганима, да, аганима 1800. Ну и Na'Vi забирают Т2 и могут смело, я думаю, отправляться на Рошан. Здесь, в принципе, все заваржено. Через плагвард у нас с Фанником. Кура видит Боун Севена.
Мигали, не мигали, но вижу по карте, что не мигали, но потому что и так все его увидели. То что мигать-то? Ну и Нави будут спускаться на Роху, и теперь команде Cloud9. Было бы неплохо придумать, как этого Рошана у них отжимать. Нет, дальше погоня за Пайлайдаем. Хвост. На Пайлайдаю. У Пайлайдая 14 секунд не будет ТП. И хвост просто разваливает здесь Пайлайдая. Хекс успеет ли дать Пайлайдай? Да, Хекс у нас хвоста. На какое-то время еще шейкал перед смертью. Ну так, просто чтобы разрядиться. Забирают у нас Пайлайдая, и при этом доминейтинг стрик зарабатывает Кура. Кстати, к... вопросов каких-то Кура его присутствии в Нави почему-то вот у меня, как у обычного зрителя, не возникало, в принципе, никогда. Почему эти вопросы возникли у руководства Нави, до сих пор понятия не имею. То есть, если вопросы с арт-стайла там ясны и прозрачны, там, свои какие-то закулисья какое-то, о которой мы знать мы не знаем, вот, то там все было ясно. Почему Кура у нас исчез, не ясно. Почему исчез Пупи, понятно. Потому что команда не тащила. Команда не тащила. Почему команда не тащила? Потому что кэпа надо было менять. То ли такое ощущение, что... Ну, я не знаю, почему вдруг руководство Нави посчитало, что Габлак хотя бы где-то в пыль вообще попадал к уроку и... мог бы хоть как-то усилить игру команды Нави. Может, на тот момент уже сам Пупи понял, что в Нави играть больше не хочет. Было бы, в принципе, достаточно честно с его стороны. И его, я думаю, все бы поняли. Ну что, откуда у нас? Дезвард и все под ультой Веник. По бомб Севену валит. По Этернал Энви валит. И Куру просто на фул выкастовывают свой Дезвард. Потеряли игроки команды Нави Эйджис и потеряли Дэнди. Хвост поднимается после потерянного Эйджиса. И, в принципе, минус 2 сделала команда Нави. Драться 4 в 3 можно. Тем более, здесь плаг варды, и здесь Нави должны уже додавить без вопросов своих оппонентов. Тут 18-я минута, 50-я секунда. Ясен пень, что Нави додавят. Тут, конечно, уже преимущество колоссальным стало. 8000 золота и 4000 экспа. Ну и у Нави и левела помощнее, да и герои такие, что если ты поднялся на 19-й минуте на хэкграунд, будь добр, сноси. Варды от Shadow Шамана просто потихонечку разваливают. Одни варды против других вардов. Варды стоят, варды просто фидят команду NATO Swings. Они выигрывают 16-9 по голде, они выигрывают по экспириенсу 8, 10 даже, 11 по XP и по золоту, точнее 11, по XP пятерка. Синг-синг на Sunstrike. Дэнди зарабатывает еще один фраг благодаря Templar Assassin и Пупей. Просто крутейший бэкпол по двоим. Eternal Envy отправляется у нас на базу, там выхилится. Бон Севена отсюда не отпустят. Ну, видно, что Нави здесь собрались, взялись в кулак вообще. Всю волю или что они там брали в кулак. Вот, и к этой игре подошли серьезно. Потому что действительно большие деньги были на кону. Ну и тут психология команды Нави мне и меня самого напоминает. Я сделаю что-то хорошо частично, посижу, посмотрю, как хорошо это все получилось, пока... какое-то время. Следующий шаг делать немножко лень, пока наслажусь этим шагом. Но здесь в формате Best of 3 понятно, что так делать нельзя. Расслабиться ты можешь, когда Best of 3 закончится. Нави там начали хорошо, ярко, интересно на кураже третью игру. Но дальше что-то пошло не так, и имя этому что-то это Bone 7 и по-моему, Пайлайдай на Bounty Hunter, если не ошибаюсь, таким образом все складывалось. Что, прыгает у нас хвост на Eternal Envy. Тут даже кирпич от Дэнди. Eternal Envy на лоу хп, еще и бласт пошел от Дэнди. Тут просто размазали на куски у нас Дума. Может быть, поэтому сейчас не пикают Дума, потому что если Дум у нас не дофармил, то Дум, мягко говоря, становится бесполезным. Ну, как видим, так и получается. Дум просто у нас корм для команды NATO Swings. Бон 7. Вроде крутой ревенш. Ну вот вам, пожалуйста, ульт ответ от команды Na'Vi. Ice Wall пошел у нас от Dendy. И Куроки уже unstoppable. Просто slow ground на high ground. Запускает у нас Дезвард. И этот Дезвард вместе с Аганимом просто стирает команду Cloud9. Давайте еще раз смотреть. У нас есть такая возможность. Прыжок от Bomb 7. Куро. Slow ground. Просто ждет своего момента. Дезвард пошел у нас от Куро. Пайлайдай в таверну.
Ауи 2000 в таверну. Дэмэджа до хренища. Этернал Энви в таверну. И Синг Синг тоже в таверну. И говорить мне надо тоже бед. Ну, я просто скорость поменял, чтобы мы могли насладиться этим моментом. Почему не берут Веномансера, не ясно. Почему не берут Вайда, не ясно. Почему эта комба вдруг закончилась? Войд плюс Вич Доктор тоже не очень понимаю. У нас то ли... Не знаю, то ли я такой олдскульник, но... Дота 2015 года вызывает у меня в голове просто тотальную неразбериху. Это и не пуш-потенциал, это и не какой-то кири-герой, который может всех вытащить. То есть и не на одного, и не на всех, и какая-то серединчатое какое-то ощущение игры. Вот половина того, треть того, и в итоге, честно говоря, верни мне мой 2014 или верни мне мой 2013. То есть проблемы некие я чувствую. Ну что, вторую часть этого выпуска мы сейчас завершаем. Кстати, друзья, по поводу турнира тоже не забывайте. Заходите в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь и бросайте свою заявку на наш турнир. Вот, там будут разыгрываться достаточно серьезные дота-шмоточки. И помимо всего этого будет освещение по всем вообще канонам проведения стримов, проведения турниров на наших каналах. А на всех наших ресурсах вот вся информация появится как в ролике, так и в дальнейшей рекламе, которая будет у нас появляться в чате. Пока что небольшая пауза до третьего матча, решающего матча. Будем смотреть, как Na'Vi покидали International, покидали основную часть, на которую рисковали в 2015-м и не попасть в принципе. Ну что, до связи через 5-6 минут.